Всем привет, с вами Липецк, вы на RomHack Video. Итак, сейчас мы будем заниматься редактированием игры. Дюна, битва за Аракис. Напомню, что в прошлый раз я показывал, как создавать миссии, а на этот раз я постараюсь показать, как быстро можно сделать уникальный ландшафт для этих миссий. Итак, что нам для этого нужно? Нам понадобится Dune Map Editor 2-3 версии и редактор от Тая. Ну что, приступим. Ну, конечно же, и сама миссия и сама карта. Так, запускаем вторую версию мап-эдитора. Автор Сигаман, кстати. Так, вот она. Так. Миссию будем редактировать совершенно случайную. Ну, скажем, восьмую за ордосов. Так. Открыть ландшафт. Ландшафт у нас находится где ландшафты. Миссия у нас в папке. Папки миссии. Так, восьмая за ордосов. Ну, карта у нас пустая. Заранее заготовленная. Так, для начала сделаем так, чтобы у нас мигали объекты. То есть, вот эта галочка. Зачем это нужно? Для начала мы нарисуем землю под этими объектами. Так. Вот берем блок земли и рисуем им. Можно чуть побольше взять даже, чтобы наверняка так. Так. Ну, закрашиваем просто. Мы берем с запасом на всякий случай. То есть в этой области у нас будет точно земля. Так, одна база. Ну, свою базу тоже. Как-то пометить. И вот эта база. Так, ну тут, кстати, можно большой областью делать. Так что можно ускорить процесс. Ускоряем. Так. Так, ну вот и все. Вроде бы пометили. Так, дальше. Сохраняем. Так. Ну, тут все сохраняется автоматически. Просто нажимаем Escape и выходим. Так, дальше. Вот наша сборка, а в ней карта. Вот она. Мы ее копируем.
И вставляем в папку с редактором Dune AMK от Тая. Мы ее вставляем. Так, и запускаем редактор Тая. Так, ну вот мы видим наша карта. Все так. Так, теперь в местах, где у нас земля, сделаем какой-нибудь интересный ландшафт. Так, ландшафт у нас на 1, 2 и на 3. Ну, давайте средний сейчас посмотрим, какой у нас тут получше. Так, пойдет. Так, а этот, если повернуть, повороты у нас... Так, тоже не годится, наверное. Так, а вот этот... Тоже не пойдет. Ну и пока не находим нужный, просто всевозможные варианты листаем. Так, ну-ка этот отражаем. Так. Это на F1 поворот. Так, листаем дальше. Так, что-то ничего подходящего нет. Так. Блин, заехал. Так. Потом все излишнее мы уберем. Листаем. Тоже не то. Так. Может быть вот такой вот. Нет. Тоже не то, слишком маленькие. Ну-ка побольше возьмем. На единицу. Так. Это что за блок такой? А, ну вот он и есть, а нет. Так. Тоже не то. Так. В принципе, можно. Так, а вот этот. Блоков тут много. Есть чего выбрать. Можно вот так попробовать сделать.
из нескольких блоков собрать. Почему бы и нет? Так вот. Так какие-нибудь. Поменьше возьмем. Это слишком маленькие. Вот такой, допустим. Ну вот в этом редакторе можно. Так. Такой вот областью выделить и ненужные блоки закрыть. Но это слишком долго. Так, что-то у меня не листается. А, вот. Так, теперь для нижней карты находим подходящий. Так, этот слишком великоват, конечно. Что, придется опять из маленьких кусков лепить. Так, а вот этот. Давайте вот так сделаем. Так. И вот кусочек неплохой. Он не закрывает, правда, весь. Ну что, листаем еще тогда. Так. О, какой. Тоже не пойдет. Только смотрите, чтобы за границу не поставить. Иначе придется все заново делать. О! Вот этот вот интересный кусочек. Так, пожалуй, мы его оставим. Так вот. Если что, можно потом зарисовать. Можно большим блоком даже. Ну и тут также, чтобы не было видно.
наших швов. Так вот. Так. И где-то еще, а вот наша база. И сюда тоже землю надо сделать. Так, повильнем. Так вот. Так, не заехал я там за карту. Не заехал. Так, здесь вот в углу можно спайс поставить. Так, спайс у нас на 4, 5 и 6. Так, возьмем что-нибудь среднее. Так, побольше тогда. Что-нибудь в угол. Какой-нибудь угловой спайс. Вот такой вот. Так. Еще. Так вот, скажем. Так, где еще поставить? Так, ну где-нибудь вот здесь поставим. Так, ну можно тут повернуть так вот. Отразить. Сюда вот ткнуть. Так, еще посмотрим. Сюда вот, например. О, вот сюда вот тоже надо обязательно. Так, повернуть. Во, идеально. Так. Давайте сюда еще поставим землю. Поменьше, наверное. Так, что нет у нас подходящей. Так, ну давайте тогда вот эту поставим. Так, а спайс мы еще раз пролистаем. Где он тут был? Вот он. Отражаем на F2 и просто накладываем.
Вот. Так, ну нормально, в общем-то. Так, теперь дюны. Дюны у нас 7, 8, 9. Так, начнем с самого большого куска. Вот дюны вот нельзя поворачивать, в отличие от остальных частей. Слишком большой блок. Побольше бы сюда. Так, а вот этот, если... Нормально. И в довесок можно еще один. А он немножко не подходит. Такой вот, например. Так, вот этот куда-нибудь пристроить. Сюда вот, например. Так, это что за кусочек? Сюда нормально ложится. Так. И вот сюда еще. Так. Ну, в общем, все. А, нет, еще горы остались. Горы у нас на ноль. Вот они. Давайте горы сделаем. Здесь. Так, заменим что-нибудь еще сделаем. Сюда вот. Так, поменьше есть варианты. Так, еще такой вот вариант. Единственное, что... Здесь у нас база находится.
И мы можем поставить на горы базу. Так что потом уже можно будет переставить. Там, походу, надо посмотреть будет. Что-то это у нас без гор. Ну, примерно так. Так, ну вроде все. Горы есть. Закрываем. Так, вот он у нас в папке с программой Дюна МК. Копируем. И вставляем в нашу сборку. Ставить. Заменяем. Так, теперь. Теперь запускаем Dune Map Editor 3-я версия. Самый последний редактор 0.5.0.6. Открываем карту. Вот она. Миссия у нас уже открыта. Восьмая Зардоса в данном случае. Так, и вот у нас на радаре видим, что отлично все. База у нас на Земле. И здесь тоже. Ну вот, про горы я уже сказал. То, что юниты стоят, их можно переставить. Для нас главное сейчас сама карта. Так, ну вроде нормально. И теперь нам осталось вручную просто редактировать сами блоки. Есть такой вот такая панель. Можно тут блоки убирать, альтернативный режим делать. Можно и кнопкой правой переключать. Из панели блоки убирать. Можно так. Давайте гору все-таки мы закроем. Так, тот блок. Чтобы она не была внутри базы. Здесь песок. Открываем нужные части, можно даже что-то менять, чтобы не было заметно. Так.
то, что вот я полосу оставил, на самом деле вот эта рамка, она все равно в игре не будет отображаться. Вот тут границы карты даже написаны. Но они вот показываются в этой карте. Ну, можно так на всякий случай сделать. Эстетики, что ли? Здесь мне нужен вот этот. Так. Вот. Где он? Вот он. Вот этот. Здесь также есть так называемый режим мозаики. Вот. То есть можно вставлять заготовленные блоки тоже. Наподобие как и в редакторе Тая. Так, они у нас находятся. Вот. В папке с программой. Так, ну хорошо, тогда
Уж точно они есть в папке со вторым редактором. Находим. Вот, ок. Давайте скопируем тогда вот эту папку ок. Добавим в этот редактор. Вот. Ну тут немного, но. Так, теперь открыть. Так. Your mission is complete. Допустим, есть вот такой вот. Но почему-то он тут неправильно открылся. Давайте другие посмотрим. Да, не очень удачно. Все со временем появится, готовые блоки можно будет потом вставлять и в этом редакторе. Я думаю, я закончу. Всем спасибо, кто смотрел. До связи. С вами был Лев.